sometimes it is said, in some yugas, Vrishabhanumaraj finds Radhika on a lotus flower in the Jamuna at Ravel. And in other yugas, Vrishabhanumaraj finds Radhika on a lotus flower in this kund, Vrishabhanu kund. Временами говорится, что Вришабану Махарадж находит Радику на берегу Ямуны в Равале. А временами говорится, что он находит Радику здесь, на Вришабану кунде в лотосе. But that is the Aishwarya, the vaibhav of Radhika. Но это Aishwarya vaibhav Радики, это ее такое проявление великолепия. And at the same time, her expansion appears on the lotus flower. Потому что подобным же образом есть могучное проявление Шри Кришны как той личности, которая принимает рождение у Васудевы и Деваки, но естественным образом рождается из лона мамы Ишоды. Подобным же образом у Радыки есть такая лила рождения, но также она является естественно рожденной дочкой Вришабану Махараджи Киртиды Майи. That is Kalavati Kanya. И ее зовут Kalavati Kanya. So we consider that Radhika is the natural born child of Kirtida Maya. Мы считаем, что Радика, она не Kalavati Kanya, не на лотосе была найдена, а что она является естественно рожденной дочерью Вришабану Махараджа и Яшоды Майи, Киртиды Майи. On the mountain nearby, you saw, at the foot of the mountain nearby where the big temple is the house of Vrishabhanu Maharaj. На горе, на холме, вот там находился большой дом, возможно, вы заметили, это дом Вришабхану Махараджа. People think that Radharani's Vrishabhanu Maharaj is living in the palace on the top. In Krishna Lila, on the top there are kunjas, no palace. It's a kunja on the top, and the palace is at the bottom of the hill. Люди думают, что дворец Вришабхану Махараджа располагался на самой вершине холма, но там располагались кунжи, а жил он у подножия, там был дворец. So, but every morning, Vrishabhanu Maharaj, he comes here to take bath. Каждое утро Вришабхану Махарадж приходит сюда для того, чтобы принимать в этом озере омовение.